Сережа, взгляд берешь, а голова возьми. Рога. Ич. Ач. Хо. Дзен. Кен. Ич. Ни. Сан. Чи. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Дзен. Кен! Нахер конфет. Антай. Ич. Ни. Сан. Чи. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Дзен. Кен! Опять. Ич. Ни. Сан. Чи. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Дзен. Кен! Ич. Ни. Сан. Чи. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Кия. Кия. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Зё. Кия. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Зё. Кия. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Зё. Кия. Ич. Ни. Сан. Ши. Ку. Зё. Кия. Голос предадут. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Зё. Кия. Шире. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Зё. Кия. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Зё. Кия. Дай на пол. Пальцем на дно. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Дзю. Кия! Сдвигай. Два. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Дзю. Кия. Осталось. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Дзю. Кия. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Зю. Кия! Постоянно до груди до головы. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Зё. Кия. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рогу. Ич. Ач. Ку. Зё. Кия. Кабочка. Рогу. Ич.
Touch. Go. Zoom. Все, кто буде виступати. Що таке, Сергій? Що таке? Старий номер, нічого не робить. Просто чуть-чуть руки розводить, він буде приймати. Но сином бити не треба, тому що ви б'єте, тобто противник не буде захищатися. Просто буде приймати удари. А кота зв'язку діє. Легенько, сильно не треба, двоєчка, да? Ви це знаєте, ви завжди це приміняєте. Зараз буде повезло. Стали камете, а стань нормально, не роботь руки. Ну, отак що. Щоб отакі були. От, ставив двочку. Раз, два, лоу-кік ставив. Раз, два, лоу-кік. Руки завжди визвіли. Не треба. Ударили і руки розкидали. От, раз, два, лоу-кік. І в позицію. Згадаємо? І так по очереді. Я Льошу. І зразу смінно. Ставив. От, раз, два, ставив. Згадаємо? Так же ми. Работаем. Я
Не сильно бить, це не означає його так робити. Не сильно, це значить на скорость пробиваємо, але не за всю силу. Вот. Раз, два, три. Раз, два, три. А когда? Валера, не надо, не надо вот таку. Можно не дотравливаться. Саша, Саша, аккуратно. Работаем. Растянись. Так, значит, сюда. Витя. Oh!
Ты что опять на коленях? Не бейся, я сказал. Просто встал и стоишь. И принимаешь удар. Что это за удар? Удар должен, хоть чуть-чуть, удар. Не надо еле-еле дотрагиваться, вы так никогда не научитесь. Не надо со всей силы, води. Ты не можешь ударить, ты нам бросишь. Ну что это такое? Ну чуть-чуть, вот Витя, вот так, не надо не сильно, не надо... Жди, я сейчас дам. Вот так, вот. В таком темпе, в таком режиме от Витя все работает. Не надо вот эти еле-еле, вы же будете перед людьми выступать. Вы тем более на клапке, вы же не голыми руками делаете, что? Дима, ногу все, бедро в меня. Нет. Все, стой, пускай, там надо перейти лево, глаза. Все, сейчас стоим, быстро. И всем охота в камеру подивись. Вы не думайте про них, потому что вы сбиваете свои ошибки делаете. Леша, это тебе касается. Так я не дивишься? Я бачу, как ты не дивишься. Раз, два, три, четыре. Давай набрать, да?
И руки, после того, как делаете майя-гири, руки никуда не идут. Вот вы сделали два гидамбара, и майя-гири. Так руки остаются. Когда только потом вы стоите за руку судач, вся рука выходит вперед, вся начинает быть, и потом правая, когда руки не летают. Ясно? Вот это ошибка. Вот это ты делаешь вот тоже. Вы сделали. И ты отсюда начинаешь. Привет. Вот вы сделали. Майя-гири. Вот. Да? Сразу же сюда. Перекинь, перекинь. Вот это вот сюда. Вот это пока все. Все. Сейчас то же самое. Все то же самое. Дали на ой. Бьем, только вот так, руки чуть-чуть девочки. Карина Мира, те, кто будет принимать удар, держит руки немножко выше, чтобы по локтям не попадало. Сейчас мы наносим удар заведенный. Все то же самое. Стали вот. Раз, два, корпус. Раз, два, корпус. Отлично. Но не бьем. Натравливаемся, но делаем технично. Ты что, не можешь пояс убить? Вадим! Удар! Ну просто, что не влаживаться в удар. Я сказал, не влаживаться в удар. Тем более не меньше, работай. Руки нет. У тебя ошибка, Миша, ты не готов. Ты сюда руки расставляешь, когда она работает. Сережа, не будешь тренироваться? Что за разговоры, Мирабелла? Хватит меня учить, если вы сама учились. Все, встала и работаешь. Не сильно, не надо по корпусу, не надо сильно быть, Дима. Я знаю, что ты можешь, не надо быть. Давай. Стадим. Руки поднимаем.
Что? Что падает? Все, Яна, сейчас то же самое. Тебе в голову, да. Еще раз так, чтобы в голову получил и потерялась. Сына тоже набьем. Каждый тянется как может. То же самое, двоечка. Раз, два, три. Блок поставлю. На кота. Раз, два, три. И стой. И так в очереди тоже меня. На кота. Где должны стоять? Не оттянься, ты оттянься назад, это тоже. Раз, два, и сразу же. Яна, не топчемся на... Перед тем, как ударить ногой, ни в коем случае не начинайте вот это топтание, потому что вас сразу противник может просчитать. Вы когда? Вы? Ручные движения не делаем. Два удара. Раз, два, ноги остаются, раз, нога вылетела сразу, без этого топтания. Вы когда? Как же мы? Вот так, Андрей. Дима, блок не робит, а мою ногу ловит. Блок, просто блок ставь. Ну, так что ж. Давай, делай, я сейчас поуберусь. Ну, то есть он блок ставил. Да ведь тоді взял, ну, я... Ну, так получилось, не робило. Да ты выравни, давай выравни. Руки тебе не опускай, Дима. О, вот так, да. Дима! Ты сейчас голову получишь, руку держи. Або две, лучше вообще две держи. Дима! Да что, на телевидении снимаешь? Вы вообще не замечаете камеры, просто работаете, выполняете свою программу. Все, без всяких чуток. Саша! А вот они! Назад! Упор лежа с Димой, бьем! Не надо сильно бить! Мы же за тебя два раза легче! Саша! Что такое, Саша? А? Случайно не любит попал. Что, пришло? Будешь тренировать? А? Все, поднялись. Я спросил маму, что это. Ну так что? Чего мне тогда куда, бля, сильно бьешь? Мы сюда не должны вообще жить. Дима, ты куда бьешь? Давай, Дима. А ты не можешь понять, я два спала. Так руками, Дима, руками все, защита у нее, понял? Защита у нее для чего? Не сильно, потому что она девочка. Девочка, раз, два. Она девочка. Ага. Хорошо, хорошо, Дима, молодец, без разговора. На. Не дотрагивайся в грудь. Вы должны чувствовать, вы так сейчас приучитесь, когда-то меня учили, что не бей, потому что это боль. Бить надо, но я не говорю, что со всей силы, потому что ну, если бить, то можно грудную клетку проломать. Но это должен быть удар, легенький, но это должен быть удар технично. Больно? Но это удар, правильно?
А когда? Не надо вот так, я же вам говорю, вот так не надо дотрагиваться. Еле-еле. Вы не научитесь говорить. Я сколько раз говорю, вот так руку не держать. Рука прикрывает печь. Дима, вы должны четко делать, потому что вы будете за людям пока. Мне не надо просто так, чтобы вы время сейчас провели на тренировке. Андрей и Витя, вас тоже это касается. Работаем, без разговора. Мирабел, какие ты дочинки? До него развернись. Лера, блок для чего? Дима, не надо руки. Руки вот, чтобы тебе в грудь попадать. Как забывали? Мирабелла, ты богато замечаний. Не ставь блок, все, без разницы, каким блок ставишь. Блок ставь, Дима, мы сейчас получим голову. А, что? Кто нам звал? Нет! Дима, сейчас будешь щикать, и ты не будешь выступать. Будешь сразу. Не надо с ним обойти. Ну не было удар. Ну что ты сразу примешь? Нет. Я уже ведь все равно не буду. Удар! Я отходю, да? Вот. Ударить, затыл. Натягивать и удар отсюда. Ну когда? Понял, что такие удары, а не вот это ты делаешь. Вот вы делаете. Удар, туда. По ребрам, а когда? Лежи пояс. Назад, двумя руками. Не надо плохо так. Время. Ты уже попуешь, не надо так слушать. Нет. Оп, оп, так. Оп, 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 оп. Да? Давай. Нет. Нет. Это ты уже чересчур перекрутил. Ты делаешь вот. Я встал, вот ты встал, да? Сделал сбив. Тебя атаковал, да?
Сейчас он пытается сделать тише удар. Ты отходишь, удар в шею, и вот ты натягиваешь, и только тогда идет удар. А ты, вот, удар, ну, в затылок. И расслабляй, потому что даже если легенький удар сюда сделать, он будет ничего в этот момент делать, да? Да. Да. А если удар, если это будет настоящий удар, то потом ты его притянешь и делаешь ты что? Ты делаешь. Ты вроде бы почувствовал мои слова, но все равно сделал подход. Ты делаешь вот так. Сейчас еще момент получится. Вот ты делаешь. А должно быть вот. Да? Натянул и туда. Ну да, и ты удар должен быть. Удар должен быть. Бегу. Саша, работаем. Все, поднялось, бьем, работаем. Так вот вы стоите, сталкиваете подачи, делаете учи-уки, да? Катя, вы себя обнимаете, не надо обнимать. Вот должно быть, вот. Одна рука снизу, вторая сверху. Да? Вот. Не надо обнимать себя, Леша. Ты вот ты себя вообще вот так аж обнял за плечи. Так оно не должно. Вот вы здесь, вот встали, вот. Раз, собрали. Ця рука защита дополнительная. Если вы не успели сделать блок, у вас тут защита даже что такое, да? То есть вот, блок, блок. Это, и потом удар. Рука остается, никуда нигде не летает. Удар, удар, блок, блок. А вы делаете? Это? Жестче. Это вас касается. Жестко. Ага. А вы загружали? Ты да як тебе? Так, Джима. Оце вот так, да. Тільки у вас одна проблема була, от ви не синхронно. Ви до цього робили все синхронно, просто що ви робили один раз, а зараз ви почали робити так, як положено, три. І ви один швидше, один медленніше, один швидше, а один ще тут завізло. Готові? Ви ж дивіться, ви ж друг друга контролюєте. Ну, тобто не головою крутити, а боковим зрением вже ж друг друга бачити. Щоб було все синхронно. Синхронно поставити. Синхронно сделано, да? А, Леша, пошли покажи не мере. То делает просто уши раели. Удар с разворота, да? Все знают, что такие уши раели. Сейчас я объясню. То есть вот, и кто? Что ты изменился? И ты со стороны подожди, что ты должен сейчас будешь делать, Олег. Значит, дивіться, хто тоже сталика найти. Там, стойку. То же саме, два удара, да? Раз, два. Сти на місці, не лідись, я ж бить не буду. Два удара. Раз, два. Ушира. Хто не вміє робити прыжки? А хто? Ну, значить, робиш так, якщо не вмієш. Я об'ясняю. Хто не вміє? Присідання, бігу. 60 раз. Быстренько, Саша. Значит, это той, кто не умеет делать у Широгири торби в прыжке. Той, дивись сюда.
Тобі що, інтересно наблюдати, як вони присідають, хочеш присоединитися? Той, хто вміє, тут вміють чоловік 5 із вас їх робити. Ну дивіться, хто приймає удар, то більше раєрі. От. Поки вас б'ють двоєчку, ви руки держите. Тільки вас будуть бити ногою, от ви отак себе захищаєте. Ні, от. Отак, руки на живот, на кота. Щоб удар п'яткою був на руки, а не, тому що можете пробити, не видержати удар. Гота? Тобто ось стоїмо з руки. Раз, руки поставили, і вам удар зробили. Гота? Тобто будуть бити, хто вміє тобі прийти? Ти і ти. А, і ти, так, 4 чоловіка. От ви будете її одягнути. Гота? Тобто виходить, от стойку став. Начинаем с дальней руки. Раз, два. А когда? И Ленька, не надо себе всю силу забыть. Не, у Шира Гири можно просто принимать. Потому что удар пришли почти два раза тяжелее. Я начинаю выпрыгивать быть, и руки ставим на животе. Когда? Удар в прыжке, тобі у Шира Гири. Начинаем с гяку, не с ой. Як обычно ви привик, тому що тут після яку ви приїхати нема смисла. Нагода? Тут наоборот починаємо. Яку, ой, ви вже заряжені, да? І потім тільки ви приїхаєте і вносите удар. Раз, два, три. Нагода? О, хорошо. Тільки в руки йому бить, не бить ні живота. Я не! Той, хто приє, той, хто робить цей удар, то вміє. Перед тим, як нанести удар, розворачуємо голову і потім тільки виносимо ногу. Тому що удар тяжелий, мощний. Якщо ви попадете в ніз живота, то можуть бути проблеми. Тобто ви б'єте туди, де руки. В руки стараєтесь попасти. Нагода? Мочевий пузир нижче живота. Не треба. Тобто, навіть якщо ви бачите, що нога туди летить, ногу останавливати. Не треба бити. Що ми стоїмо тут? Скільки вони присіли? 60. Бачите, не попадаєш, дистанцію не чувствуєш. Треба підбирати. Бить. Раз, два. Не топчись на місці. Ти теряєш, от і починаєш топтатися. Ти от повинен зробити. Раз, два. Без місця. Не треба топтатися. Ти починаєш топтатися, ти теряєш, не можеш зробити. Ноги тіло бере, бо це воно не дуже обліг. От, раз, два, і туди. Ти пригну, і на воду вражу. Все. Не топчись, з міста випригаєш і б'єш. Андрій. Хорошо тільки, не топчись. Дима, отходи на стенку, чтобы не летели в стенку. Она тяжелее, чем ты. Ты терпим. Дима, ты им все куда пьем. Ты мне уже другой раз в травму попадаешь. На, держи. Тебе вот так перед собой держи. Хай Богу, хай Богу.
Что? Дима, вот такого, чтобы взломать ему язык. Не надо вот так руки просто до себя прижимать, чтобы в руки попало. На, подушку. Только хорошо держи, не вот так, как бы мотыляй эту подушку. А ты, я сказал, не мотыляй, потому что видим на улице. Ты что отходишь? Упор лежа, Тимон. Ты же не научишься так быть. Давай, 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 давай. Молодец, Тимон. Лена, убери, Рабела, ну ты ж не научишься, не бить, не отжиматься, потому что так относится. Назад, давай, не подготавливайся. Выше, куда ты ему бьешь, пах, выше бей. Выше бей, выпрыгай выше. Вот так. Андрей, дистанцию, выпрямляй ногу. О, Витя, хорошо. Выйди, не просто прыгай на месте. Давай, Мирабелла, встала на место. Ставай вот тут. Выйди. Я не за тебя кажу. Выпрыгиваешь, не просто ноги поджимаешь, а выносишь, удар делаешь. Андрей, ты ж делал, все так хорошо. Давай, пробуй, пробуй. Одним руки прижимай, сейчас вынеси либо печень, либо мочевик. Хорошо тебе, надо двигаться, голову разворачивать. Хорошо. Илона, ты засочковала, я бачу. Последние 10 ударов. Каждый. Во, хорошо, Миша. Все. Все по 10 ударов. Дима, стой на месте. Она не научится так быть. Ты просто руки до себя прижимаешь. А? Не вот так, а вот так, одна яма, руку на руку. Что значит мы вдыхаем? Вы не будете со мной, это ваше наказание будет, подъем. Давай, давай. Вот, Дима, попадай, быть туда, понял? Первый твой генг, и дивися, куда ты бьешь. Ты бьешь, как ты в голову себе за себе. Я не могу. Я не плачу за тебя в два раза. А ты выше бей. Давай, бей его. О, вот так. Илона, я ж объяснял. Намирилась? Как же мы? Не сильно работаем на технике. Дима, Дим, давай, давай. Он тебе не... Дима, Дима, аккуратно. Ты можешь так побыть, чтобы ты ее отсюда... У вас яма? Ничего страшного, ничего страшного. Я ж плачу, вы что-то чего, я тоже не могу пишу. Ничего страшного не мать. Вы должны... Его поднялась и дальше. Да, каждый держит свою территорию. Каждого своя зона. По годам, Саша, вот ты. По контролю. Все, работаем, работаем. Вадим, работаем. Сережа, работаем.
над нами работает. Дима, руки не надо опускать, руки всегда возле головы. Яме! Александр, где была? Ничего страшного. На технику работаем, не пинаем просто так друг друга. Дима, молодец, он учится, он учится, у нас не может быть удар. Вот молодец, давай. Вадим, Вадим, выйди его сын. Дима, Дима, лишних движений не надо, если можешь попасть, то дети мы. Что такие? Работали за ним. Что такие? А ты сюда и сердце жди очереди. Дима, сядь там в Азриале. Все, яме. Скажи мне. Вот так. Грабела руки, ще грубо помуж. Сережа, руки ти такі льонькі йому маєш, хорошо? Ось скажу, ти зараз ударити, зараз не переломаю. Ні, ти що? Та й набиваю. Грабела, зона своя є. А, хто мене зона? Дима, Дима, работаем, работаем. Давай, давай, давай. Всю технику используй. Давай, раз. Из разворота надо было сразу быть. Работаем, знаете. Руки, Дима, возле головы не уной, и блин, сейчас голову попадает. Быстро поднялся и спорингуем. Рита, Рита, дистанцию сокращай. Каждая своя территория. Номер для вашего. Чё бьём тут? Дима, работаем! Ярослав, работаем! Не боимся его, ты маленький! Вот так! И сразу раз и ушла с того места. Андрей, руки, блоки ставим, а тебе сейчас попробивают все, что можно. И сразу, руки надо было догонять. Не разворачивайся спиной. Илона, Илона, тыкай ему в голову, чтобы им научиться блоки ставить, только не сильно. Мягкой, давай, продолжай. Тогда никто жалить не будет. Яма, 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 что такое? Что такое? Илона, в голову ему бей, только не сильно. Олег, не прыгай! Вот сейчас буду опять тоже сам. Сам, бей его, пока не стоит. Ничего страшного. Все, пришло уже? Не плачь, а не плачь, а не плачь, а я сказал, не надо плачь. Давай, идем. Витя, давай, соперник. Старше я не бачу, и малыши бачу более-менее работу. Вон три человека уже вышло. Вы еле-еле работаете. Его поднимать. О, молодец, Ники, надо... О, хорошо. Даром не махай, потому что энергию теряешь. Технику применяй свою, блок сбивай ногу и атакуй. Вот так, работай, мы с ним на месте. Я тут подумаю. Что такое? Сережа? Все, яма. Мирабелла, не надо, потому что мне сейчас начнет уже сильно быть. Работаем на технику.
Дима, не надо. Она раз... Давай, на технику работай. Не надо сбить сильно. Дима с линии атаки уходит. Вон на ноги длинные. Во, молодец, вы хорошо. Только надо было доставать. И вот так, блок поставь и сразу догоняй. Не стой на месте, она тебя так забьет. Дима с линии атаки, крутись вокруг неї. Яме? А, ничего, нормально все? Вот я больше, я думал, что... Давай. Все, так жми. Вадим, работаем. Давай, не пугаем его, а атакуем. Вадим, руки. Сбивай, а не одной рукой. Ты так одной рукой никогда сильный удар не собьешь. Вадима, молодец. Давай. Прессуй ее. Во, Вадим, давай, догоняй. Давай. Во, и конечно чуть-чуть. Во, молодец. Вот так, молодец. И так. Давай. Ушел она про нас, но еще ты не загнал. Что ты здесь? Ну, ничего страшного. Ярослав, давай, Андрей, бьем. Все, вы работаете. Хожима. Дима, руки возле головы, бо получишь голову. И руками. Надо было руками работать. Вот так. Давай, пробивай щит. Давай. Оп, молодец. Давай. Вот так. Молодец. Дима, двигайся, не за тебя тяжелее. Не спи. Сделал атаку. Раз и оп. И ушел. Молодец. Илона, это не работа. Работай. Свою технику применяй. Просто, что не сильно. Не толкай. Олег, работаем. Все, Яна. Пус. Вадим, Дима, Ленька, да? Что? Работаем. Ну, Дима, подожди. Дима, Лёнька, дрись на него, не по сторонам. Работай. Назад, давай, прессуй её, давай. Учись прессовать, давай. Вот так, давай, есть возможность. Руки применяем. Раз и руками, вот так. Сережа, не спи на месте. Я... Молодец, Витя, тебе надо было сначала голову развернуть, и потом бы... О, хорошо. Ничего страшного, работай, Олег. Не научится драться, если не будешь драться. Андрей, шито, пробывай, ему из-за тебя тяжелее. Пробывай, я говорю ему шито. Вот так, из-за тебя тяжелее. Все, Яна. Руки возле головы, назад. Рита, работа, защита, я тебе сейчас накрепаю. Вадим, Петрохан, Ярослав, давай, быстро. Быстро. Голову не бьем, Олег, не мотаем, а атакуем. По технике.
Снимай, не просто маточек, да. Вот, Дима, молодец, сын. Дима, шейка ему пробивает. Вот так, доставай ему. Да, вот так. И на ось, молодец. Давай, давай, вот. Вот, молодец. Поди, Миша, блокируй, надо тебе сейчас смотреть. Все, прошло? Ехо. Что такое, Яна? Все, Дима, сюда, его. Дима, ведь тяжелее, если не отдать его кожу, да? Что ты делаешь? Руки возглавы, сейчас ты в голову попадешь. Ага, работаем, работаем, если можно работать, да? Оп, яма. Олег, мы должны вас сравнять каждый раз. Вадим! Вас! Валера, ты что не